Рождение нового автомобиля – процесс достаточно сложный, связанный с длительными и напряженными поисками наилучших вариантов. Так было и с новым легковым автомобилем для села, выпускаемым Волжским автозаводом в городе Тольятти. Хорошо известны всем такие машины, как УАЗ или Волынь. Первый опытный образец ВАЗа чем-то напоминал их своих предшественников. Упрощенный кузов с брезентовым верхом, два ведущих моста. Сначала было ясно одно – сельский вариант «Жигулей» должен обладать повышенной проходимостью, чтобы стать незаменимым на сельских дорогах и бездорожье. Испытания показали, что конструкция перспективна и над ней стоит поработать. В то же время встал вопрос, а почему автомобиль для села должен быть менее комфортабельным, чем «Жигули», «Москвич», «Запорожец»? Брезентовый верх не очень-то надежная защита от пыли, мороза, жары и ветра. Нет, надо было позаботиться не только о проходимости нового автомобиля, но и о его комфортабельности. Споры, сомнения, поиски новых решений воплотились в образе вот этого легкого, мощного и комфортабельного автомобиля ВАЗ-2121. Современное оформление панели приборов. Мягкие регулируемые сиденья создают удобство для водителя и пассажиров. Таким он пойдет с конвейера выполнять трудную, но такую необходимую работу, для которой он и предназначен. Не страшны этому небольшому автомобилю разбитые грунтовые дороги, изрытые колесами тяжелых грузовиков. Пустынные районы Средней Азии. Незаменимый ранее транспорт в песках верблюд ревниво следит за своим удивительным соперником. Не страшны этому автомобилю снежные заносы. Там, где порой увязает тяжелая техника, он храбро карабкается по сугробам. По узким тоннелям, проложенным в глубоком снегу. Весеннее половодье не преграда для этой машины. В воде она не заглохнет, и вы переправитесь вброд, как говорят, не замочив ног. Маневренность этого автомобиля не нуждается в комментариях и говорит сама за себя. Попробуйте-ка развернуться на такой вот узкой дороге, да еще зажатой с обеих сторон снежными валами.
Мощный двигатель и сравнительно малый вес обеспечивают автомобилю хорошую динамику и достаточную проходимость. Незаменима эта машина для тружеников сел. С каким интересом осматривают ее механизаторы и выслушивают рассказ об удивительных свойствах автомобиля. Конечно, с первого взгляда трудно поверить, что такая небольшая машина обладает, казалось бы, несовместимыми качествами, высокой скоростью и повышенной проходимостью. Мягкая подвеска, удобный салон. Открыв заднюю дверь, получаем довольно вместительный багажник. Его емкость можно намного увеличить, сложив заднее сиденье. Откинув переднее сиденье, пассажир свободно садится назад. Конечно, не сразу автомобиль стал таким. Очень сложные и длительные испытания прошел он на треке, на автомобильном полигоне, на дорогах нашей страны, на стендах и лабораториях управления главного конструктора. Проверяются скоростные и экономические качества автомобиля вне зависимости от погодных условий. От средней полосы до Дальнего Востока, от песков Каракумов до облачных вершин Памира, таков диапазон испытательных маршрутов. В условиях сильной запыленности были выявлены преимущества герметичного салона, хорошо защищающего пассажиров от попадания пыли. Здесь автомобиль проходит проверку на токсичность отработанных газов. Итак, в нашей стране появился новый автомобиль, надежный, комфортабельный, обладающий повышенной проходимостью и хорошими внешними данными. Вам, колхозники, рабочие совхозов, строители, чабаны, лесорубы, всем, кто живет в трудных условиях бездорожья, предназначается этот автомобиль, в котором вам всегда будет тепло, уютно, удобно, который надежно защитит вас от холода и пыли, от дождя и снега, и который не подведет вас на трудной дороге и вовремя доставит к месту назначения. Словом, автомобиль-помощник сошел с конвейера на дороге нашей страны. В добрый путь!